качество образования. Мне, как директору школы, конечно, обидно, что эта проблема у нас остается на поверхности. Очень хочется, чтобы мы все-таки перестали, наверное, реформировать так часто образование и дали спокойно и качественно развиваться нам внутри. Очень хочется попросить сегодня, пожалуйста, верните хорошую, крепкую воспитательную работу в школе. Об этом мы говорим постоянно. И когда мы воспитаем патриотов, когда мы воспитаем наших граждан, тогда очень многие вопросы уйдут сами собой. Конечно, отмечают и черствое отношение чиновников.